Первомайский подарок трудящимся и оттрудившимся. В Украине с сегодняшнего дня выросла минимальная пенсия. Теперь она 1312 гривен. Столько же составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных украинцев, а для трудоспособных почти 1700 гривен в месяц. Надбавок стоит ждать и за сверхнормативный стаж. Кроме того, выплаты увеличат ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, повысят пенсии и за особые заслуги. Очередное повышение произойдет не раньше, чем через полгода, а с 1 декабря минимальная пенсия будет 1373 гривни.